привет! Вы на канале Вкуснейшн с Ланой Илановой. Сегодня я для вас приготовлю картофельную пиццу на сковороде. Картофельная пицца — это, конечно, не совсем пицца, но вкус нисколечки не уступает. А наоборот, все гости в восторге. И для приготовления пиццы мне потребуется картофель, яйцо, мука, перец черный молотый, соль, зеленый лук, сыр, колбаса, перец болгарский, помидоры. Для соуса сметана, немного горчицы и томатное пюре. Итак, приступаем к приготовлению вкусной пиццы на сковороде. Итак, картофель мы натерли на крупную терку и высыпаем ее в чашу. Сейчас мы будем добавлять следующие ингредиенты к картофелю. Это одно яйцо, мелко резанный зеленый лучок, смесь перцев, либо обычный черный молотый перчик, соль по вкусу и 2 столовые ложки муки. Начинаем готовить соус. Для этого я беру 2 чайные ложки томатного пюре, либо вы берите обычный кетчуп, 2 чайные ложки сметаны и 1 чайная ложка дижонской горчицы. Либо возьмите обычную горчичку, все перемешайте, и ваш соус будет готов. Затем при помощи тарелки я переворачиваю лепешку и аккуратно ее снимаю со сковородки и обратно помещаю также при помощи тарелки. Лепешку обжариваем с 2 сторон до золотистой корочки. Вкусная и сытная картофельная пицца у меня получилась. Готовится она легко и просто, и кушается на ура. И если вам понравился мой рецепт, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заходите в мои группы и, конечно же, оставляйте свои комментарии. Вашим комментариям я всегда рада. Всего вам хорошего, приятного вам аппетита!